В эти минуты в Краевом центре проходит первый красноярский фестиваль музыки и ремесел «Татышев Фест». Его уже прозвали аналогом известного этнического фестиваля «Мир Сибири», который недавно закончился в Шушенском. На острове Татышев работают площадки декоративно-прикладного творчества, а перед красноярцами выступают этногруппы края. На месте сейчас находится моя коллега Ольга Тишенина. Оля, скажи, можно ли еще успеть на фестиваль и что еще интересного ждет красноярцев? Здравствуйте, Сергей. Да, конечно, успеть можно. Я всем советую это сделать, потому что на самом деле атмосфера здесь, ну, просто непередаваемая. Этот праздник будет проходить на острове Татышев до 11 часов вечера. Сейчас с левой стороны восточной зоны работает площадка «Татышев мастеровой», где можно не только посмотреть, но и приобрести изделия красноярских мастеров декоративно-прикладного искусства. Также можно, например, научиться самостоятельно делать обереги или обрядовую, например, попробовать сделать обрядовую куклу. Также сейчас выступают этногруппы из Красноярского края, но самое главное, красноярцев ждет впереди. Это будет выступление хедлайнеров международного этнического фестиваля «Мир Сибири». И кто же это будет, мы узнаем у руководителя Главного управления культуры администрации Красноярска Натальи Валерьевны Малощук. Наталья Валерьевна, расскажи, пожалуйста, что ждет красноярцев? Вы правы, осталось несколько часов возможности забыть о своих проблемах и погрузиться в мир природы, открытого воздуха и вот этой удивительной музыки, самое главное, удивительных текстов, которые пришли к нам из предыдущих поколений, настоящие, аутентичные инструменты и, конечно, вот то, о чем мы говорим, правильное словосочетание, уважение к природе, уважение друг к другу, все в этих замечательных текстах. Хедлайнеры – это действительно те люди, которым, ну, как мы говорим, при жизни нужно ставить памятник, потому что их уважение к фольклору, уважение к российской культуре, к русской культуре, сибирской в том числе культуре, это заставляет всех нас уважать и, конечно, брать пример. Старостин Сергей Николаевич, желанная Инна Юрьевна. В этом году мы предлагаем всем погрузиться в этнодискотеку, и это нам помогут сделать замечательный московский коллектив «Фолкбит РФ». Программа и тот стиль, который выбирают все эти исполнители, поверьте, трогает душу и заставляет всех нас друг другу сказать спасибо, что мы вместе, что мы живем в этой сильной стране, что мы действительно готовы нашим детям передавать этот опыт. А когда начнется этнодискотека? Этнодискотека в 22:00, до 23:00 у нас заявлена программа, но при этом мы сделали все возможное для того, чтобы все спокойно могли в ночное время добраться домой без личного транспорта, будет работать общественный транспорт, поэтому приглашаем. Есть еще совсем немного времени, да, это несколько часов для того, чтобы разделить вот эту всеобщую радость. Вы видите, разного возраста, да, сегодня зритель, и радуешься не только танцам ребятишек, потому что это громко и весело, а танцам взрослых, думающих людей, потому что это действительно эмоциональный заряд, эмоциональное спасибо нашим уважаемым хедлайнерам, приехавшим в Красноярск. Спасибо, Наталья Валерьевна. Мы всех приглашаем на этнопраздник на остров Татышев. Торопитесь. И все подробности, как это было, расскажем в следующих эфирах. Сергей, вам слово. Спасибо, моя коллега Ольга Тишенина. Она следит за первым красноярским фестивалем музыки и ремесел «Татышев».